я вообще-то родом с Молдавии, но на Украине я живу уже с 81-го года. Унікальні вироби із металобрухту видумує тиврівський винахідник Дмитро Баурчуло. Місцеві жителі називають його Кулібіним та майстром на всі руки, адже фактично непотріб переробляє у корисні речі для життєдіяльності. Гріє, пече, саджає, лікує та пише музику. Я займаюся ремонтом велосипедів 40 років. І це вічна проблема. А зараз от ці китайські, вони навіть 2-3 місяці не служать. А мені ідея прийшла із подобних запчастей. Просто собрати колесо, щоб було з двох сторон. Зірочки і ніяких тросів. Буде дві передачі. А мені більше не треба. Виравнювати колеса. Станок для того, щоб виравнювати колеса. Цей чоловік мені зробив для зручності кабіну для трактора. Мені її добре працювати. От, у дощову пору, в зимню пору. Хорошо і вдобно. Майстровий чоловік. Все вміє. Да, майстер на всі руки. Все сторонні. Робота длилась 10 днів. Сварочних робіт тут мало. В основному резати, підганяти, сверлити. Вона ще, чим особливо, що вона знімається вверх. От відсюди вона знімається на всьому. От ці болти знімаються з усіх сторон, і кабіна піднімається. От до сих пор. Ну, найбільше ми стекла мучились, тому що з поворотами я ніколи таку роботу не робив. Ну, так як я взявся, я вже фантазував. Фантазій там багато. Всі ці вугли, треугольнички вирізали, все окремо. Ну, тут кожну детальку окремо. Технологічні інновації майстра економічно вигідні, а головне – надійні. Більшість виробів слугує вже більше 20 років. Я вот этот бак придумал, нержавеющий бак, от стиральный придумал сюда как бункер. Універсальний млин. Один двигун виконує до 10 функцій. Тут і крупорушка, бурякотертка, січкарня, траворізка. І навіть циркулярка. Я її зробив до 2000 року. Вже більше 15. Я так посчитав, посмотрю, як вона робить. Вона хватить мені на 50 років. Эта мука называется грубая. Я из этой муки делаю лепешки, вафельки, хлеб, лаваши, батоны, пироги можно сделать, булочки. Когда мне тяжело становится, вот столько железа насобирал, столько времени убил, информацию собирал, это больше 20 лет. Сейчас думаю, зачем она мне нужна? Сейчас дошел до такого рубежа, что не знаю, за что семью накормишь. Такое время настало. Работы такого нет, такой деды. Ну, случайно такие заработки. Тяжело, тяжело, такая патня на все. Я беру гармошку. Двоярусними та двоконтурними котлами, які працюють на газу або ж дровах чи вугіллі, винахідник особливо пишається. Ось цю конструкцію я зробив чоловік, який просив зимний період літньої кухні. Ось цей котел називається двоярусний. Тут горить газова горілка, а газові плитки. Вона нагріває 7 трубочок до сих пор, потім вона переходить в 3 трубочки. То есть получается автоматически. Она задерживается жар вот тут. Ну, она переходит жар сюда и идет. Это уже целая система отопления. Это котел, это система отопления. Вот придумал вот такие вот регистры. Вот эта вот конструкция может нагревать где-то до 15 квадратных метров. Она рассчитана на газовую плитку. Ставишь, одна конфорка получается вот на этой стороне, а другая вот поставил, на минимальное включил, и будет тепло, зимой максимально градусов 20 это свободно. Это на медных трубочках.
тоже подобная конструкция, но это получается, называется двухконтурный замкнутый котел. Вот. Тут медные трубочки, а тут латунные, тоненькие трубочки. Тут миллиметровые, а тут полмиллиметра. Сперва идет один поток тепла, а потом она сужается. Она автоматически задерживается в топке, в первой конструкции. Газовый котел тоже двухъярусный. Вот и это. Первая конструкция, там зашивается труб. Вся вот эта вот горячая масса, она переходит через тоненькие трубочки сюда. Я задерживаю автоматически жарку. Мне максимально здесь. В этой конструкции 115 труб. Если все это нагреть, это очень экономичная конструкция для газовых котлов. Котел называется универсал. Работает на любом топливе, даже на газу. Конструкция бомба. Может обогревать 200 квадратных метров. Свободно. Видите, сколько всего. Это все вручную делается. Тут 30 труб и тут 15. Значит, здесь пламя горит тут, потом проходит дым сюда. А здесь уже пары выходят. Тут еще закрывается. Это три яруса. Раз, два, три. Он вставляется туда. Вот тут есть у него специальное место. Если ее закончить, то... я не знаю. Может кто-то и купит. 1015. Ее только осталось закрыть. Копанка. Типа как лопата. Я нажимаю ногой, она упирается до отказа. А потом раз, поднимаю. Ну тут земля немножко плотная. Чем уникальный вот это специальный металл. Он имеет двойное ребро жесткости. Это рессора от машины. Но она мне выручает. Многие говорят, она же просто перекидывает. Я говорю, для меня это достаточно. И больше перекидывать не надо. Если трактор прошел, вот в прошлом году прошел без трактора, он перекидывает вот так вот, это нежелательно. Самое лучшее вот так вот сделать, либо культивировать. Тогда остаются полезные элементы в земле. Вот сапку сделал сборную. Сапка. Это от диска, это рессора, это подшипник, а это труба. Из четырех разных металлов соединил почти 20 лет. Вот такая осталась. Ромашку собирать. Цветочки подарок. Вот автоклав. Кукла. Галя. 14 банок мяса можно сделать. Это автоклав я назвал женский. Все. Она до того просто в использовании. Что-то много ума не надо. И все закручивается. Никакие рычаги не надо. Они должны быть симметричны. И очень ровно. У меня есть специальная конструкция, которая зажимает всю эту систему. Я установил все это перпендикулярно, и никакого перекоса нет. Это очень важно для этой конструкции. Иначе мясо будет на потолку. Вот этот проект у меня были давно в голове. Фактически все, что у меня, даже будущий проект, это все у мене в голові. Ніякі бумаги я не приймаю. Я вважаю, що цього чоловіка треба було б десь, щоб він був як ініціатор для такого споруди, щоб можна було людям в селі в любу негоду працювати на тракторах. Для зручності за все. От він особо розумна людина в цьому ділі розуміє. Діло йде до старості, розумієте? А цель моя, щоб я зібрав максимум інформації, максимум от цих всіх моих изобретений, что я мог быть полезным обществу.